Приветствую, часть 2. И вот это будет под вязание. Она вяжет крючком, у меня дочка. Она сказала, что это похоже на арбузики, но пусть такая вот серия будет. Это вот вместе у меня. Это все высохнет, лучше покрыть лаком. Ну, куда-то на пищевое, конечно, не стоит. Вот я хотела на кухню, там на баночке, на крышке нет. Это так вот пользоваться. Вот. Красота может получиться. Вот здесь уже мазнули. Сейчас можно подисправить. Хотя, в принципе, так тоже интересно смотрится. Не все когда идеально. Вот это можно из таких стаканчиков сделать, просто тарелочки. Это полностью стеклянная тарелка. То есть когда я переверну ее, сейчас не буду вам полностью показывать, вот она вот так будет просвечивать там рисунок. Здесь будут у меня стоять ненавязчиво так духи, вот эти камушки, пробнички. Это вот у меня подсвечник, подсвечник тоже в этом